семена томата, помидора, рубиновый кубок проращиваются в рассадных горшочках. Время посева – февраль, апрель. Пересадку в грунт осуществляют в мае, июне. Сорт среднеспелый. От массовых всходов до созревания проходит 105-110 дней. Растение высотой 90-110 см, малооблиственное. Плоды вытянуто-бочонковидные, насыщенного красного цвета. Мякоть нежная, ароматная, сахарная. Внутри плодов мало семян. Средний вес томатов рубиновый кубок составляет 180-300 грамм. С одного растения можно собрать до 5 кг плодов универсального назначения. Томат обыкновенный рубиновый кубок – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.